Гордей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Фокси и Гордей. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, скажите привет. 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 Пока мы собирались записывать, Серега здесь сделал какую-то инсталляцию. Карта у нас FNAF 1, сегодня мы будем играть очень жесткий режим, сейчас вам все покажу. Ну, для начала мы посмотрим, Серега запилил здесь елки. Я не знаю, ты долго это делал? Ну, минут 30. Нифига себе, мы долго собирались. Так, ну что, придется это все удалить. Ну, зато мы показали это все на ролике. Не зря, Серега, ты старался. Здесь некоторые аниматроники выключены, мы их тоже сейчас включим. Так, мы включаем. Давайте для начала мы включим 10 режим AI. Искусственный интеллект. И начинаем It's Custom Mod. Потом будем увеличивать 15 и 20. Может, в следующих сериях или в этой. Посмотрим, как получится. Так. Начинается. Я приятного аппетита пожелал? Нет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну а мы начинаем выживать. И напишите в комментах, затащим мы с одного раза. Потому что очень жесткий. Ты помнишь, что здесь будет очень часто бегать Фокси? Да. Надо за ним очень внимательно, ребята, смотреть. Так, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся для вас. Димас. Да. Хочешь, я такой сюрприз нашел в Гаррис Моде? Смотри, нажми Alt E, сядь и Ctrl, и слезь. С контролом от третьего лица. Вот хорошо. Сел. Третье лицо включил? Да. Теперь слезай. О, я от третьего лица стал? Да. Я знал эту фишку. А, говно. Серега, я знал, не успел. Бессмертие включено у нас. О, давайте выключим. Так же ж нечестно. Ну, конечно. Серега, ну это красавчик. Как это я не заметил? У нас и так, кстати, мод скачан от третьего лица. А, так это он и включился. Я забиндил кнопку на С, он одинаково, да, включается, в точь-точь, даже точка прицел появляется такая же. Отлично. Так, музыка какая-то конченая играет, а мне так не нравится. Другие нравятся, это нет. Бонька стоит. Ну, хотя он всегда стоит там и палит нас. Фредди сыт опять. Давай. Сыкун. Угу. Все спокойно. Но атмосфера очень нагнетающая. Я чувствую, сейчас какая-то жопа будет. Ну, не полностью. Вот, об этой я фиолетовой жопе и говорил. Так, мне что-то не понравилось, то, что я музыку слышу, вот эту плюм-плюм. Я лучше выйду на пару секунд. А я тоже выйду. Не, зайду, я передумал. Шкатулка. Нет, не шкатулка. Открываем дверь, потому что энергия садится, мы не затащим. Фокси побежал. Блин, да что ж, кто это открыл? Ну ладно, это я открыл. Так я не ждал, что так быстро. Когда сказали, Фокс убежал, я запереживал, у меня ноги, руки затряслись. И где-то нажал. Просто не успел физически. Очень сложно. Так, у нас сколько? Время остановилось. Давайте посмотрим, продолжится время или придется заново нажимать. Ага, значит, идет дальше. Ай. Ой. Ой, двух сторон одновременно. Да ладно. А это кто-то может управляет? Да не, мы все тут находимся, никто не управляет. Серега, как ты там? Ты в жопе нормально, застрял? У него это нож это, за спиной, да, я знаю. Ой, какая ты красивая, вся такая желтая. Кто? Фокси бежит, прощайте. Я успел, а этого Балди убила. Да как? Его труп выкинула нам, как в хоррорах, знаешь? Нефиг тут трупом лежать. А я его не могу убрать. Он сам может убраться. Так, а кто? А, понял. Да что ж такое, вы специально это делаете? Ай! А почему? А как мне жить? Что делать? Давай спаун поставлю. О, я ожил. Это из-за того, что Фредди стоял там. Да, я знаю. Они все вчетвером на нас пошли. Посмотри, с этих сторон были двое. И тут еще. Психи, что ли? Не открывай. Нет, мы будем тут сидеть до посинения. Катулка. Да как? Кто открыл? Такие, как я, играют. И Фокси еще у нас. Это очень... Это я нажал 10-й. Есть еще 15-й и 20-й левел.
А я хотел пацанам говорю, нажму 20-й, а потом в конце уже передумал. Потому что даже 10-й пройти не можем. Серега, все получается у нас. Мне кажется, в этот раз мы затащим, хотя мы проиграли 1000 раз. Миллион, миллион и один. Это, знаешь, скорее всего, не прохождение, а обзор мода. Уже смешно. Ой, покидайте комнату лучше. Я валю, до свидания. Ой, Серега, красава, мало... Блин, надо было чуть подождать и зайти. А, я живой. Граната как была в руках, так и есть. У нас, как всегда, веселое прохождение. Так, труп... Незачем нам тут труп... Надо, знаешь, что... Да, давай еще гранаты его откину. А, говно! Карма. Мгновенная. Я буду с РПГ ходить, так спокойнее на душе. Димас, а что ты с РПГ так же сразу бы с ядеркой ходил, как не, я? Не-не-не-не-не. Так знаешь, в чем смысл? Они не убиваются. Они все равно не... Не, я знаю, не, не, не я... стреляй, не стреляй. Не надо, я очкую. Я хочу пройти эту ночь. А, Серега, мне отображается время, 3 часа. О. 3 АМ. Серега, сколько? Ой, я тикай, тикай, тикай. Бегу, бегу, бегу. Я хотел спросить, сколько раз уже Фокси приходил нас и мочил? Да как я проиграл, я живой. А, я живой. Штуки 4 раза. Ну это вот потому, что тут остается у нас этот человек. Да-да-да. Так, мне зачем нам тут трупы хранить? Мне показалось, что Фокси бежит. А, не, мне не показалось, так и есть. Вот я красава. Так, с этой стороны никого нету. Так, фиолетовый челепиздрик. А, Серега, я ж активировал там еще каких-то двух аниматроников, да, которые мы ни разу... и Golden Freddy. Мы ни разу не играли с этими челиками. Мы с твоей по очереди, да, бегаем? Ты на мою сторону, я на твою, потом так. Да. Также... Мне какая-то египетская сила не дает. Смотри, смотрит Фредди, кто там. Говно пришло. Ой-ой-ой, я текаю с комнаты. Чё-то музыка там мне не понравилась. Не, никого нету, Серега. Может, я сзади? Не... За стеклом? Не? Не. Я понял. Казалось. Фокси готовится бежать. Так, с кашкой. Бежит! Я успел! Ну и вот тебе кабаку. Мы, короче, прошли. Практически. Но мы натренировались, мы поняли, что надо следить за ним постоянно, потому что, в принципе, он нас такой убивает. Другие не мочат нас. Самое интересное то, что марионетка, ну, ничего не делает. Плюс еще, ну, это той Бонни, той Фредди, той Чик и Баллонбой. Может, они в 15 или 20 левеле активируются? Наверное, в 20, я думаю. Ребят, если вы хотите, чтобы следующая серия была с 15 или 20 левелом, Мас, беги. Ставьте плюсик в чате или пишите в комментариях, и мы в следующей серии снимем с максимальным. С максимальной сложностью. Фух. Знаешь, как надо будет еще сделать? 20 левел пройти и ни разу не проиграть. Нет, я что, фигню, да, сказал? Это нереально, мне кажется, будет. Не, возможно, все возможно. Фокси! Три человека пройти не могут. Давай, испортись. Так, отлично. Отлично проигрываю, мне нравится. Там время не сбилось? Нет. Ну, она ничего не показывает, через время опять показывается. 5 часов. Еще чуть-чуть и все. Да, и мы затащим. Говно, я успею. На последних шагах нажал. Знаешь, как будто в воздухе прямо аж прыгнул. Ну нафига я открыл? Вот зачем? Нет, открыл. Хорошо, что я вышел из комнаты в этот момент. Да? Да. Так, энергии сколько? А что она не садится у нас? Фокси бежит! Я увидел его на камере! Ха-ха-ха! Вот я красава. Так, я уже подлобался. Опять стоит, я вижу его, челика этого. Видимо, в этой ночи... О, Балунблой! Балунблой! Балундодик. Балди, ты что там делаешь? Он с Балунблоем тусуется. Так, стоим, стоим. Ребята, ну чё? Мы должны затащить, чувствую. Или не чувствую. Время не отображается, но сейчас должно. Пришло. Нет, это с другой стороны. Ты тоже, Серега, да, кинулся на эту дверь? А, жопса. Я сказал выходить. Да я специально.
Это же. Он уже готовится бежать. Так, отлично. Проигрываем потихоньку. А, энергия резко села. Мы не прошли эту ночь. Потому что мы слили раз... Не знаю даже, сколько раз мы слились. Иди отсюда. Я успел двери закрыть, когда он забегал. Это офигеть. Прикольно. Получается, что, продолжается этот мод или чего? Походу. Давай проверим, что дальше будет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.